Это сорт красной смородины, красная Андрейченко. Его преимущество в том, что он дает очень большие приросты, это в целом очень крупный будет кустарник. То есть это не маленький кустик, как многие сорта, допустим, в сравнении, вот, допустим, сорт Натали вот рядом, они одинакового возраста. Вот. Натали более низкий кустарник, раза в 3, наверное, меньше будет 4, чем этот. А красный Андрейченко, он дает массивные высокие побеги, может даже до 2 метров спокойно куст вырастать. То есть... И, соответственно, очень много ягоды на нем будет.